Congrats. Всем доброе утро, друзья. У нас утро раннее еще. День у нас сегодня 25 октября, воскресенье. Поэтому, соответственно, сегодня праздник. Понятно, что вы все это будете опять смотреть потом. Не знаю, у кого получается онлайн выкладывать, у меня не получается. Мне приходится все самому делать. И монтировать, и интернет искать, и снимать. Ну ладно, это мы ерунда. Как есть, так есть. Вот, так что хочется туда еще раз поздравить вас всех. Нас всех, коллег, друзей. Ну, раз вы это смотрите, значит, нас всех связывает одно – дорога. Поэтому это праздник всех нас. Поэтому вас с праздником, друзья, коллеги, хорошие люди. Здоровья вам всем, успехов, всех благ на жизненном пути, ровных дорог, не скользких. Об этом чуть-чуть позже. Вот. Ну, а мы что, заводим? Заводим? Так что с праздничком и в добрый путь, чтобы всегда был зеленый свет. Праздник праздником, а работу никто не отменял. Мне даже сложно сказать, где я нахожусь. Маша тут тоже в преддверии праздника, он что-то все спутник ищет, потеряла. Когда найдет, не знаю. Вот, видите, что у нас тут? Снежок. Ну, от Кемерово я не знаю, сколько я тут отъехал. Может, километров с 30. Не знаю, сейчас... Ну, до Юрги еще точно не доехал. До поста там, до всех этих дел вчера. Вот тоже ж, да, парадокс. Вчера вот Кемеровская объездная, сколько здесь? Ехал сухенько, красиво, все. Здесь же начался... Ну, вы сами видели. Хоть на коньках катайся. Просто коньков не было, так бы можно было кататься. Все равно машин не было. И говорю, единственное, что... Насторожило, что вот едешь, а навстречу никого. Априори никого. Видите, основная масса уходит направо. Все с пробки толкались. Вот. Ну, Google в помощь. О, все, дорога посыпанная. Асфальт, все, ну, сыро, но дорога разбитая. То есть, видите, асфальт у нас. Вчера здесь можно было с этой горки раз и покатился в сторону Новосибирска. Кемерово. Но снежочек идет. Так вот, Google загуглил, смотрю, а у меня впереди краснота краснотой. Ну что делать? Вот на этой вот заправке, вон что слева сейчас будет. Что, даже Платон сдох, да? Не хочет работать с выходом. Праздник. Куда поехал кричить, становись на стоянку отмечать. Вот. Развернулся и вернулся. И, короче, я не знаю, наверное, часа два еще сидел. И машины так и не шли со стороны Новосибирска. Сейчас вот все у нас навстречу машинки идут. Нормально. Я думаю, должно быть. Ну, это зима, все, сейчас что-то загадывается. Вот получается, я вчера не доработал 130, по-моему, километров, так, куда я собирался ехать. Но, во-первых, ты не проехал бы. Где-то вот, где-то здесь, что тут было, я не знаю. То ли авария, может быть, а может просто подняться не могли, потому что я вам говорю, что это был просто каток. Сейчас все вот, пока во всяком случае, вот шикардос, на дорогу смотришь,
Все, она разбитая. КДМ-ка бегала, я сидел. Чаи там гонял, там ужинал. КДМ-ка бегала, посыпала. Во сколько машинки пошли со стороны Новосиба, я не знаю. В это время мы уже вот были в царство Морфея. Прошу не путать с Морфеем. Че, посмотрим, что будет дальше. За бортом минус 3. Видите, парадокс какой. Еще позавчера в Иркутской области у нас было плюс 12, а сейчас... Ну и вот хорошо так это, даже вот как, не то что колея, но видно, что снегу здесь вальнуло неплохо. Поэтому я считаю, вчера было принято мудрое решение, правильное, главное, и главное вовремя. Потому что если бы уже уперлись тут во что-то, то развернуться было бы не вариант. А так на этой заправке раскрутился все. Время у нас 7:30. Светает. Ну что, будем корректировать маршруты, что делать? 130 километров не доработали вчера. Посмотрим, может сегодня доработаем, может нет. Время покажет. Что тут дальше будет, неизвестно. Планировать что-то, сильно планировать зимой, дело неблагодарное. Как говорил Фрунзик, я так думаю. Все, еще раз всех, ну, уже, естественно, с прошедшим праздником. Не скользких дорог, удачи. Погнали мы, арбайт. Вчера как тонну пляснул в этом, в Кемерово. Так сейчас что-то вот еду, у меня 10-100, 10-200 на вторую ось показывает. Сейчас посмотрим, интересно. Им это вот там на пласту понравится или нет? Посту останавливают. Не то, что на посту будет каждый этот выездной автомобиль стоять. Как дела? Как праздник прошел? Уже проходили, знаем. Ну, оно как бы вот и не скользко, и не сухо. Такая вот сейчас средняя паршивость. Ну, подключал все-таки. Естественно, никакого круиз-контроля. Еду только ногой. Подключал эти все ретарды свои. Все эти плюшки. И эту систему... приближение там, и, короче, которое, если что-то в экстренно тормозить может. Дистанция, вот, контроль дистанции. Это все тоже подключал. Будет сухо, включим. Нет, значит, будем ехать пока так. Ничего, нормально, корпус поднимается до
даже лишних минут. Хотя видно, что здесь накатано. Загружено хорошо. Если загрузить, конечно, вот сейчас зима, сейчас надо с загрузкой, конечно, смотреть, особенно вот эту вот вторую ось, чтобы она была пригружена, потому что чуть хуже загрузишь, и потом оно и так скользко, а когда совсем, когда плохо загружено, начинаются эти качели, шлифует, буксует, вообще ехать не хочет, не прижато к земле, прицеп держит. Как бы летом еще так можно более-менее спустя рукава, ну понятно, чтобы там перегрузы не допустить, на это дело смотреть. А зимой надо внимательно стараться. Еще что я хочу, сейчас вот будем в Москве, там, ну где-то в Кате сейчас выгружаться, там где-то, может, на каком строительном рынке буду выгружаться, не знаю. Надо такой крошки хочу купить, мешок. Такую, ну, знаете, как на кладбищах вот насыпают, такая, камешки такие мелкие. Сейчас же вот, где на какой сейчас снег, снегом засыпет, все, все стоянки поукатывают. И все, где-то на какую-то стоянку заезжаешь, пока еще она ездит. Встал, быстренько палетник открыл, две жменьки киданул под колесо, на эти камешки наехал, все. Потом она, резина остыла, и она утром поехала. А если не подкидывать, потом утром начинаются эти качания, раскачивая, обычно никогда ехать, никогда трогаться не хочет. А если еще чуть под горочку, так полная беда получается. Поэтому вот надо такую штуку купить. Мне в Мурманске она тогда очень помогла. Ну, в совокупности факторов, конечно. Там все вам помогло. И цепи, и лопата. Там, ну, физкультура была такая, 3,5 часа вообще огонь. А так заехал, встал, подсыпал. Наехал на нее, и все, и спи спокойно. Утром встал, завелся. И она тут же поехала. Много не надо, пару жменек, чтобы было у колес. Потому что они, становится резина горячая, она потом протапливает, остывает. И все, и получается, как в такой, как в ямке, в ложбинке. И пошел качать ее с утра. Каждый раз по-разному. Но ты по полчаса качаешь, чтобы выехать. Насыпется какая-то мерзость сверху. Минус 5 на улице. Скоро уже это. Новосибирская губерния начнется. Ремонтики, ремонтики. Да, такой кусочек Кемеровской области здесь слегка подгулявший такой. Не то чтобы совсем, но доведут до ума, будет вообще супер. Областей. Всесоюзная кузница заканчивается. Made in Новосибирск, губерния впереди. А здесь вообще лед. Просто лед. Восемь километров, это нам до объездной, я так понимаю, да. Или это уже конец объездной будет. В общем, это на Томск. Если на Томск, то это направо. Господи, спать ложись, бедный. Наверное, всю ночь кричит. Никто не едет. И
Здесь видно, что посыпали. Новосибирская, вот она началась. Здрасте. И почем у нас в Новосибирской области полива? Машинами заставлено, нифига не вижу. Заставлено стело, не увидел. Так, потонул. Коллега, да уже подожди, раз уже ты решил пропустить, то давай я уже проеду. Внимание, вот видите, в Новосибирской области вас могут из дрона тут фотку сделать и вам потом прислать. Вчера было вдохновение примерно вот до сюда добраться. Не только вдохновение, и желание. Возможности только не было. Все, что не делается, все делается к лучшему. Зато сегодня, ну, видите, катимся. Так, было немножко скользковато, но ничего критичного. Здесь все посыпано. Надо как-то этот велосипед обогнать. По-моему, это вот эта стоянка, вот она, по Дорсети. Машкова здесь. Дальше уже до Новосибирской объездной ничего нету. Я как-то даже ночевал здесь на этой. Максим называется. А вот и саму Машкова. Здрасте, мы вам рады. Он там шепчет, не проснулся, что ли? В воскресенье с утра там что-то прошептал. Чего прошептал? Сколько у меня получилось по времени? 2.40 осталось. 2. Час 50 я ехал. Ну, вот как раз, да, 135 километров, час 50. 80 идешь, 80-85. Вам захотелось купить у этой девушки топливо по 3-4 рубля? Мне нет. Не знаю почему. Впереди вообще, ну, походу, все с прояснениями. Что ж вы не едете-то сегодня? Никто причем? Вчера суббота удалась или что? Уже населенный пункт давным-давно закончился. Гонять вчерашнее. Не дают. Сейчас обгоним. Выйдем только на оперативный простор. Ну вот
вот сейчас вот такая дорога, да, вот их можно обгонять и можно уже обратно возвращать круиз, ретарду. Сейчас не скользко. Сейчас грязно. Рожок я так уже и не вижу левый. Правый еще как-то вижу, а левый уже и не вижу, что он даже там горит, не горит. Да, теперь только осталось улучшить моментик. Потому что эта банда в полосатых купальниках, ну, совсем не хочет никуда ехать. Еще и прилипли друг к дружку, разлепились бы хоть под нам, убы вас прошел. Что ты наладил? Вспомнил, что педаль газа есть тоже? Ехать собрался? Подожди, да, я обгоню, а потом ты будешь там сзади уже делать все, что хочешь. Получается никак, не получается. Народ уже проснулся, видите, поехал. Время 9:30. Движение уже началось. На трассе Р-255. Никак. Колейку собрал за собой. Что, народ сзади нервничать начинает. Кошево, Кошево тоже, да, стояночка какая-то, смотрю, есть. Ну вот никак, ну, слушай, я уже начинаю нервничать. Немножко. Пятьдесят восемь едем. Причем неважно, населенный, не населенный. И разогнались. И шалить же не хочется. Тут уже могут и принять за шалости. Так, вроде бы вот там, да. А, не, все равно туда появился. Или он за той маленькой, у нас там уже все хорошо. Да, ты меня пропускаешь или что? Он сам не знает, что он хочет. Шалил я или не шалил? Чуть-чуть, наверное, да. Видите,
Даже солнышко в честь праздника выглянуло. Правда, тут немножко скользковатенько перед Новосилом, но это мелочи. Сейчас это все дело растопит, раскатают. И все будет зергут. Погодка начинает шептать, и это не может не радовать. Да, мы сейчас вот на объездную выходим в Новосибирскую. Аккуратненько бежим этот прекрасный город. Опа! Стоит красавчик. И дальше в сторону Омска по равнинке будем сбрасывать. Так 34 и еду расход. Интересно, к Омску хотя бы на 30 уроним на весь пробег. С учетом пробега уже 2882 километра. Без права переписки. Это от загрузки. Сейчас одной красоткой полюбуемся. И не этой. Это чудовище вылезло и потом ехать не хочет. То видите, поехал, вспомнил. Вот это я имею в виду. Это красота ОП называется. А там что, я не въехал? Тоже какой-то остров? Да, вон, смотрите, по центру. Круто. Песочный такой. Вот летом туда раз забрался, там купайся, балдей, все дела. Скоро замерзнет, скоро. Просто еще морозов не было. Или морозов. Ну, у нас совсем жизнь наладилась. Видите, сухо, красиво, слегка потряхивает, все что надо. Вы представляете, как ночью тут был каток? Это вот уже за Новосиб сюда. Широкая идет пока. Сейчас лед. А что здесь было ночью? Сейчас за день-то, конечно, все это дело тут разобьется, но спайка. Бывает, эти парни тоже сюда катаются. Но сам факт, что вот тут хорошо сыпануло и прикатали.
is the future. Evolution. This is the future. Is the future. Human error. Evolution. This is the future. Машины стояли, снега нет, а ночью валил. Сюда по прямой загоним потом прямо, чтобы на выезд. Время 11:20.
рожок помою, потому что не вижу нифига левый вообще. Чумаз. Все, пошли делами заниматься. Все новое, все цивильное. Все здесь хорошо. Культурно, аккуратненько, чистенько. Наша чумазенькая стоит. Бурзик. Ну вот. Насытый желудок, и работать приятнее. Или наоборот, спать хочется. Я сегодня выспался нормально. Мы там 11 часов почти отстояли. Поэтому можно смело топить. Стоянка автомобилей с 6 до 18 бесплатно. Пойдем обход сделаем. Ой, какой грязный, а? Совсем грязный автомобиль. Все нормально. Рожки я почистил. Отблю уже залил. Сейчас смотрим, пауза вышла, можно выдвигаться.